Всем здорово! Пока коронавирусы, все дела, займемся мы той работой, которой бы в нормальное время, наверное, и не занимались. Это цешка в состоянии а-ля укатали в усмерть. Машина под полняк с кучей всяких мелких попутных работ. Бампера под замену, заднюю уже заменили, прикинули. Крышка замененная на целую, на ровную. На крыле тут кто-то что-то колдовал. И дверь. Ну, это чем-то шоркнули. То есть тут надо будет подправить, подвыправить. Дверь заменили. Ну, дверь тоже пока доехала, чем-то ее проткнули. Крылья погрызаны. Капот потыканный. Весь, причем потыканный. Я что-то пытался уже там делать по ПДРу, но такое, не сказать, что сильно успешно тут. Там крючком где залазил, там вроде повыводил, но ясен пень, что это все через шпатлевание, через грунтование будет выводиться. С чего начнем? Мне нужно разобрать эту всю трихомудию. Вот это. Посмотреть, то ли собрать, то ли поменять его. Раскинуть двери в ноль. Посрывать молдинги, зеркала, ручки, стекла. Резаться будут все стекла. Лобаж под замену, заднее. Просто надо вырезать, чтобы хорошо прокрасить. Потому что тут идет замена цвета. Цвет синий, но не такой будет. Приступаем потихоньку. Тут работы на дофига по времени. Так, посмотрим, что у нас сделано. Значит, куча разборки. Жабо снять, чтобы поменять стекло. Это было таким секретом закисшим. Капот разобрал. Пороги поснимал. Как ни странно, для Мерседеса этих годов оно еще и тут живое. Прямо очень удивительно. Да, понятно, что есть какие-то очаги, но они в районе, как сейчас выглядят, этот годовалый Volkswagen. Плюс-минус. По дверям, само собой, по низам есть чем заняться. Выставили сейчас зазоры по дверям. Поправили тут чуть-чуть плоскостя, замки, чтобы все сходилось получше. Здесь настроили эту дверь, потому что с другой машины чуть не совпадали эти развальчики. И оказалось, что эта дверь такая самая будет печальная на этой машине, потому что низ уже шпатлеванный, деланный. Тут, само собой, та же фигня. Вон, коржи уже лезут, надо будет чистить. Ну, устраним это косметически, так, чтобы пару лет она еще пожила. Ну, с ценой запчастей на эти машины ее дешевле в следующий раз не делать, а поменять. Ну, на 2-3 года там хватит. Будем с этим что-то делать. Все, я сейчас занимаюсь рассыпанием теперь дверей, чтобы их можно было снять, отдать на подготовку. Пока дверями будут заниматься, я займусь мордяхой. Нужно поставить бампер, выставить, потому что у Мерса самое проблемное, это вот эта зона. Несовпадение зазоров по вот этим вот частям. Этим мы и будем заниматься после разборки. Понеслась. Рассыпаем ее. Разгружаем. Лишнее вытряхиваем. По жопе тоже вроде все. Крышка целенькая. Зазорчики везде ровненькие. По фонарям ровненько. Машина такая, не получавшая никуда, ни разу. Думаю, мы ее сделаем красивой. Блять, везде пластик. Все закрыто, запечатано. Делали? Могли? Умели? Вот еще под вопросом заднее стекло. Вырезать, не вырезать. Так не хочется вырезать, если честно сказать. Вот прям, ну, не хочется. А с другой стороны, думаешь, ну, чтобы хорошо же сделать и прокрасить, надо же вырезать. А сейчас начнешь вырезать, вот эту резинку повредим. А повредим резинку, мы ее такую не купим. А чтобы вырезать изнутри... Ух, тут темно.
чтобы вырезать изнутри, надо все раскрыть. Ну, понятно, что это и так все будет раскрываться, потолок тут будет перетягиваться. Надо лобзиком резать. А лобзиком буду резать, стекло поцарапаю. Хотя оно уже поцарапано. Ладно, на этом мы еще остановимся чуть позже. Я пока не уверен в том, что я хочу его резать. Но такая мелкая необходимость присутствует в этом. Спустя часа три примерно Мерседес превращается в кусок автомобиля. У нас сейчас загвоздка. Надо вытащить потолок. Но я, как и предполагал, потолок не выходит по-нормальному, не ломая его в дверной проем. Поэтому по-любому резать стекло. Резать стекло, нам его все равно и так менять. Но это не камильфошная процедура. Сейчас надо все датчики поснимать. Эх ты. Опа, я тут уже весь потолок почистил. Ручки все, фигучки. Ковер тоже надо поменять, а то он сильно, сильно грязный. Или почистить, или поменять. Тут немного упал. Что хотел показать. Для резки стекол было пару вопросов. Какими струнами? Струны, которые стандартные, вот такие золотистые, витые, они по-конченому режут. Ну, не знаю, это набор Сика. По голове себе постучи. Короче, струна квадратная. Режет она, ну, сейчас покажем, путем просто протягивания. Ей не надо пилить, ей не надо точить. Хватит же? Вот, я думаю, хватит. Удобная штуковина. Да, сейчас оденем в набор. Чик, краешек чуть загнули. Пододвинули. Та ёбшкин. Макарёшкин. Все, одна заведена. Доставай иглу. Сейчас мы ее проколем таким вот макаром. Хороший. Заводской. Теперь же обратно еще надо. Берем вторую штуковину. Разжижаем уголок этот. Набор готов. Куда? Туда чи туда? Ну давай он. Санек внутри будет, а тем более потолок как раз. Какой принцип работы? Тяни. Мы просто тянем. Мы не пилим. Никаких лишних движений не делаем на дотяге. То есть он просто режет. Именно эта струна. Да, она рвется. Заводи за угол. Она рвется тоже. Бывает, что стекло не с одной струны выпилишь. Но тем не менее, не надо вот этих вот дергающих движений. Ничего не горит. Ну, на углах понятно. Но ничего не горит. Потолки, если стоят на месте. Торпеды. Да, торпеды не рвутся. То есть не надо затыкивать туда. Ну, понятно, что если там угол соприкосновения такой, что есть необходимость. А так все очень просто. Давай я. Вытягивай. Сейчас я открою капот, подожди. Сейчас поцарапаем, ёпки. Санёк. Самое страшное. Подожди. Заводим. И теперь по чуть-чуть. Ты, я. Стягивай. Стягивай. Подогрева стекла у нас нету. Это хорошо. Оп, прошли, да? Сейчас. Сейчас. Давай. Выдай. Держи. Ага. Ага, видать упоры. Фиксатор. Ага. Там же упоры еще идут. Сука. Давай попилим его аккуратно. Димон, за кого болеешь? О, прошли. Выдай. Держи. Оп, у тебя выскочило. Вытянешь?
тяни. Еще ни разу не выскакивало. Я просто упираюсь же в стекло. А, ну да. Ну, струна классная. Самое главное, нету напряга на пилилово. На пилилово, да. Краилово это. Дым идет. А толку нету. А стекло. Держи. Выдай. Оп, есть. Плюс один. Ну да. Она пополам. Заменяем. Не хватит. Ну, короче, такими макарами. Удобный наборчик, рекомендую. Так, солнце уже нам в окно начинает светить. У нас Мерседес порван. Именно в плане разобрать все, что нужно. И заднее стекло вырезали. И хорошо, что мы его вырезали. Показываю зачем. Вот тут корозь лезет. Хотя этого и видно не было. Вот тут лезет с уголочка. То есть это все прокрасится, обработается нормально. Вот тут вот можно, там картошку как раз соседи садят, я смотрю. Можно им отдать, пусть присыпят. Тут чуть-чуть, тут пацаны уже поснимали. Тут тоже коррозия местами. То есть не зря, вот прям не зря. Поразбирали, это все надо почистить, обработать. А, не знаю, сегодня ли я займусь мордой или нет. Потому что еще куча всего поразносить, пооткладывать, перемерить потолок. Сколько ткани надо, на боковушке. Ручку одна сломалась, сейчас заказать ручку. Вот это все, что на заказ лежит. Отломанная сидушка, с порогов части, ручки, крутилки, омывайки, подкрылок. То есть это все надо заказывать другое. Фаркоп, сейчас дырку в бампере под фаркоп вырезать. В общем, вроде, что там той работы? Покрасить. Угу. Тут кроме покрасить. Пойдемте глянем, что там Димончик делает с дверями у нас. Мы ее на двоих с Димоном рвем. Значит, с дверями у нас идет очистка. Смотрим, что тут все плохо. Скорее всего, Димон, тут можно даже воловом, в принципе, вольнуть, я так думаю. Чисто подровнять, чтобы оно... Ну, да, на этой да. А тут все очень плохо, и тут... Не знаю, будем варить, не будем варить. Может, через сетку просто нарастим все фибралом. Тут тупо низ у двери отгнил. И не факт, что мы найдем лучшую дверь. Она отгнила ровно по ребру. Есть чудо жижное, жижа чудная. Вот такая вот шпатлевка. Держит лучше, чем металл. В ней держатся саморезы. Ей клеятся направляющие, когда их нету. Точнее, не клеятся, создаются. Реально, это самая опасная шпатлевка со стекловолокном у всех. Но она ни хрена не трется. То есть, если кто-то подумает ей отшпатлевать что-то на плоскости и вытереть, у вас не получится. Забудьте. Вот прям совсем. Ей тупо ребра наваливать, вот эти вот куски, где не хватает. Вот это оно. Там она работает. И здесь она отработает. Посмотрим, что получится. Ну что ж, все работают. И я поработаю. Значит, мне для понимания того, что тут, как станет бампер, нужно ободрать. Тут кто-то что-то шпатлевал. Торцы посмотреть, может, плоскогубцами подогнуть, поравнять. Фары не снимаю принципиально, они у меня стоят как ориентир. Это потом под замену пойдет. То есть мне его не жалко. Я не слышу пылесос. О! Мертвый. Так, ободрал я крыло. Посмотрим, что тут
наколдубесили. Затянуто шпаклом было все зарыгано. Вот тут, вот тут, вот тут. Ради чего? Блин, лень что ли высушить? Вот тут ямка. Вот тут чуть-чуть, да, что-то было. Ну и носик, понятно, видать, что-то уперлись. Носик не достучали. Тут вообще не стучали. Я так смотрю. Забили. Ну тут оно сильно, может, и не пойдет. Но мы попробуем. ПДР наугад. О, как раз то, что надо. Крупничок. Так, видим, видим.
Надо чуть-чуть это проявочки кинуть. Закончилась проявочка. Через грунт удобно проявлять. Он быстро сохнет. Подтерли. И он четко покажет, где глубокая яма. Если сильные бугры, где сильные бугры. Ну, вот оно тут и видно. Бугор, ямка, там ямки. Где еще одна? Наковальненько. Сверху уже подшпакло готово. Вечерело. 9 вечера. Чего я добился за сегодня? Отрихтовал крыло. Ну, кроме разборки. Отрихтовал крыло. Выставил. Тут все защелки отрихтовал их. Зазор по фаре поставил. Зазор тут по фаре. Вот эту дрянь надо еще гонять ее. Накинуто, но не закручено еще. Вот. Ну тут по крылу с фарой лучше, потому что тут крыло. Чуть-чуть какой-то чирк тут был. Я его еле-еле подрихтовал. Из того, что надо будет сделать позже, это нормальные крепухи вот сюда, потому что не держит. Получается, с той стороны держит, с этой стороны не держит. Вот если ее закрепить, тогда и тут. Давай, не позорь меня. Короче, вот такая схема тут, через жопная. Тут нормас. И вот тут нормас везде. Оставляем его, пусть он повисит, поживет, пока так ночь. Завтра что надо сделать? Протянуть шпаклом параллельно с бампером. То есть дать точную форму по бамперу. Потому что носы, углы я повыводил. И теперь получаются небольшие провалы по линии крыла. Не совсем красиво. То есть доделать это. Да и что, переходить заниматься кузовщиной. Капец. Долго я что-то подзадержался сегодня. Все, хорош. Еще надо ее все будет запечатать.